освящение Господа названо богоявлением, потому что в нем явил себя так осязательно единый истинный Бог в Троице поклоняемый. Крещение Иисуса Христа. В то время, когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, на берегах реки Иордан проповедовал покаяние Иоанн Предтеча. Он крестил людей, за что и был прозван крестителем. В один из дней на Иордан к Иоанну пришел сам Господь Иисус Христос, чтобы получить от него крещение. Увидев Христа, Предтеча стал удерживать его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, то есть не удерживай меня теперь, ибо так нужно нам исполнить всякую правду, исполнить весь закон Господень и показать пример людям». Услышав это, Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа. Когда же Христос выходил из воды, над ним раскрылись небеса, и Иоанн увидел Духа Святого, который в виде голубя спускался на Иисуса. И был слышен голос с неба, говоривший: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это был голос Бога Отца. Тогда Иоанн Предтеча окончательно уверился в том, что Иисус и есть ожидаемый Мессия, Сын Божий, Спаситель мира, о котором проповедовали пророки и он сам. Крещение Господне – рубеж, разделяющий два завета, как вода, разделяющая два берега Иордана. По одну сторону вод – крещение Иоаннова, еще ветхозаветное, хотя и отличное от обычных ритуальных омовений. По другую – крещение огнем и духом, уже новозаветное. Крещение во имя Господа Иисуса Христа. Иоанн крестил в покаяние, чего не было до него в Ветхом Завете. Все ритуальные омовения приводили лишь к чистоте плотской. Смывая осквернение плоти, от приходивших никто не требовал покаяния. Иоанн же заботился о душе. По преданию, он требовал от приходивших к нему исповедание грехов. Пока крестящийся не исповедовал все свои грехи до последнего, он не выходил из воды. Недаром святой евангелист замечает, что, крестившись, Иисус вышел из воды Абия сейчас же. Как не имевшему грехов, ему нечего было исповедовать. Крещение –
это еще и соединение двух заветов. Христос, Мессия, основоположник и законодатель Нового Завета, приходит к Иоанну на Иордан исполнить всякую правду, все, что написано в Писании. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков», — говорит Господь. «Не нарушить пришел я, но исполнить». Исполнив в своей жизни все предписания закона, Христос исполнил теперь и самое главное из того, о чем говорили пророки. Покорной воле Отца Он вышел на свое служение ради спасения человеческого рода. Крещение мы называем еще богоявлением, так как в нем была явлена людям вся Святая Троица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То, о чем прекровенно говорилось в Ветхом Завете, ознаменовало собой начало нового. На смену вере в единого Бога пришла вера в Пресвятую Троицу. Отца безначального, Сына Единородного от Отца Рожденного и Духа Святого от Отца Исходящего. Крещение Господне празднуется Православной Церковью 6 января, 19 по новому стилю, как один из двунадесятых праздников. Накануне праздника, в день, называемый Крещенским Сочельником, установлен строгий пост. В память того, что Спаситель освятил своим крещением все воды земли, в Сочельник Крещения Господня и на сам праздник бывает великое освящение воды. В Сочельник освящают воду в храме. А в сам день праздника бывает шествие на воды, к реке или другому водоему. Оно называется крестным ходом на Иордан. Так Православная Церковь хранит воспоминания удивительного и чудесного события новозаветной истории – крещения Господня. «Сошел владыка ангелов в струи Иордана и, освятив естество вод, уврачевал всю вселенную».